Всем привет, с вами Половцев Михаил, и сегодня я хочу рассказать вам потрясающую новость, связанную с мессенджером Telegram. Сегодня узнал то, что Telegram теперь доступен в качестве звонков, так же как на Viber и WhatsApp. Теперь в Telegram можно совершать звонки друг другу. Для этого нам необходимо сначала обновить наш Telegram. Просто обновить, не удалить и установить, а просто обновить. Для этого мы заходим в Play Market, выбираем в поиске Telegram или же выбираем из установленных своих программ Telegram или из установленных своих программ и находим там Telegram. Здесь, как вы видите, у меня уже нажата кнопка «Открыть» имеется, у вас будет кнопка «Обновить». Обновляете его. Открываете, но у вас ничего не происходит. Для активации звонков с Телеграма нам необходимо позвонить, чтобы нам кто-то позвонил, то есть активировать возможность звонков. Для этого вы пишете в комментариях под этим видео свой логин. Его можно найти здесь вот в настройках. Логин или номер телефона. Вот логин указывается. Или номер телефона. Пишите в комментариях к данному видео, и я вам перезвоню. После этого у вас доступно будет около каждого аккаунта, около каждого пользователя, доступна будет вот такая вот трубочка со звонком, нажимая которую, мы, соответственно, позвоним нашему человеку. Всем спасибо, жду ваших аккаунтов и перезвоню вам. Пока-пока!